stimați membri, simpatizanți, susținători ai partidului nostru, în special dragi chișinăuieni, vă invităm mâine, vineri, 2 iunie, orele 10:30, aici, în scoarul Academiei de Științe a Moldovei, la marșul și acțiunea de protest cu genericul Ultimul Sunet pentru provocatorul Plahotniuc. Плахотнюк совсем обнаглел. Он уже не только захватил Молдову, не только грабит народ, не только собирается украсть следующие выборы. Он уже разжигает международные конфликты. Он готов пустить под откос хорошие отношения с Россией. Он готов спровоцировать войну в нашем регионе. Наша партия, мы призываем всех неравнодушных людей, кишиневцев, прийти сюда завтра к скверу Академии наук 10 часов 30 минут, чтобы вместе, возьмите с собой колокольчики, чтобы вместе прозвучал здесь многотысячный последний звонок для этого бандита Плахотнюка.